еще придумать смыслы, чтобы дойти до конца. В моей голове столько страхов и бессилия, и даже родители не хотят видеть меня. И что-то там еще раз, и что-то там еще два. Проще, пожалуй, сойти с ума. Обещаний прости, что не отвечала. Сама себя избегала, укрылась под одеялом, но время полегчало. После круг замкнулся, начинаю сначала. Я снова